Добрый день, уважаемые любители футбола. Рад приветствовать вас из солнечного Краснодара. Солнечного, но не такого теплого уже несколько дней, как и в южный регион России. Пришла осень, правда, погода все равно достаточно неплохая. 12 градусов выше нуля, солнышко, практически полное отсутствие ветра. И вы видите на своих экранах отличного качества газон. Все готово к матчу. Очередному матчу женской футбольной суперлиги, в котором Краснодар примет Енисей. Ну а дальше нам остается только наблюдать за игрой. Поехали. Органова выиграла верховую борьбу. Дальше скидочка, и Костырева выходит один на один. Цирульникова в отчаянном броске в ноги нападающей противницы. Передача в центр. Не дошел мяч до Органовой. Перевод дальше пошел туда, на левое крыло атаки. Привела к угловому, который Полина Органова подает. Все это завершается ударом по воротам. Да, близки сейчас краснодарки были к успеху, но вынесен мяч буквально с ленточки. Давайте посмотрим. Вот, да, подача. Смотрите, как опасно. Прессингуют краснодарки и отбирают мяч. Енисей атакует. В середине поля, правда, подбором завладели. Снова футболистки Енисея. Это очень опасно. Да, это был голевейший момент. Хорошая передача, и успевает обогнать Басаеву Шахова. Не стала почему-то бить сразу. Убирает мяч от Щербак. Ворота пустые. Там лишь Даниэла Басаева была. И верхом решила мяч отправить Шахова. Ну а здесь Насиба Гасанова неожиданно подключилась вперед. Будет эффективно сейчас подача. Ну и вот такой удар Полины Органовой. Странно, что Органова не пробила. Сама позиция была неплохая. У нее и ударом она обладает. А это удар со второго этажа. Удар по воротам. Щербак на месте. Удар с острого угла. Но все равно это потребовало определенной реакции от первого номера российской сборной Краснодара. Да, вот он, этот свисток. 0-0 у нас по итогам первых 45 минут. И будем ждать голов во второй половине. А пока отдохнем, перерыв. Щитница. Удар по воротам. Ну, Жаркова так схватилась за голову, за лицо, как будто имела 100% момент. По флангу. Ну вот здесь может быть очень опасно. Удар по воротам. Да, краснодарки очень близки сейчас были к успеху. Вот надо посмотреть на повторе. То ли в штангу мяч попал, то ли хороший пас. Мы смотрим от Жарковой. Бьет Органова. И да, на линии ворот Братко. Здорово идет Медея. Делает передачу. Удар по воротам. Перекладина спасает Енисей. А дальше офсайд. Мамедовой за то, что слишком долго она это делала. Хороший удар у Шкоды. Тут Енисей в атаке. И удар по воротам. Угол был острый, но тем не менее. Огрызнулись хорошей атакой. Хороший шанс у Енисея. Ну нет, такими пасами не вскрыть оборону. Удар, и опять перекладина. Ну а здесь нарушение правил.
Пробила Яна Чуб и вот к отскочившему мячу. Мяч достать. Подача. Удар! И все, финальный свисток. 0-0, ничья. По одному очку зарабатывает каждая из команд. И, наверное, в большей степени этой выездной ничьей может быть довольны сибирячки. Краснодарки расстроены, но мы призываем не расстраиваться их болельщиков. Смотрите женский футбол, это интересно. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо моим коллегам за работу. Спасибо за внимание всем, кто следил за нашей трансляцией. С вами был Денис Даниченко. До новых встреч!